И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Мы начинаем новое прохождение на канале. И опять же, это игра от Naughty Dog, вышедшая, кстати сказать, аж на PlayStation 3. Но эта версия у нас обновленная, вышедшая на PlayStation 4. Одни из нас. Кстати, она даже с дополнением «Оставшиеся позади». Так, ну давайте что ли начинать. Всегда хотел сыграть в эту игру. Вот, в общем-то, и предоставился случай. Так, наверное, все-таки нормальный уровень игры. Уровень сложности, вернее. Томми, послушай, он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй! Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится? Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Спи, котенок. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло? Так, мы играем за девчонку. В чем там дело? За Сару. Прежде давайте я посмотрю субтитры. Так, с субтитрами вроде вопрос решен. Сарита. Так, папу надо позвать. У дяди Томми был какой-то взволнованный голос. Вот елки. Забыла отдать открытку. Могу крутить, посмотреть. Милый папочка, так, посмотрим. Тебя вечно нет дома. Ты терпеть не можешь мою музыку. Ты презираешь все фильмы, которые я смотрю. И все равно ухитряешься быть самым лучшим папой на свете. И как тебе это удается? С днем рождения, папа. С любовью, Сара. Видимо, они живут без мамы. Если дочь жалуется папа? На то, что папа всегда на работе. Ночь на дворе. Птичка кричит кукаре.
Всплеск обращений в районной больнице. Число обращений по поводу загадочной инфекции возросло на 300%. Правительство расширяет список опасных пищевых продуктов. Ожидается массовый отзыв поставок. Полиция. Обезумевшая женщина убила мужа и еще 3 человек, которые не захотели исполнять супружеский долг. Папочка? А, вот там телевизор, смотри, работает. Наверное, папочка уснул после тяжелого рабочего дня. Ты здесь? Оказались связаны с эпидемией, охватившей страну. Ну где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекцией отмечаются вспышки агрессии и... Утечка газа! Надо выводить людей! Эй, вы! Судя по всему, там что-то происходит. Бегите отсюда! Ух, нихера себе! Что это было? Вон там. Папа? Шайза, папа, ты где? Папа! Да что происходит? Да где батя-то? Его телефон. 8 звонков. Где тебя носят? Позвони мне. Иду. Томми идет. Ну, ты типа позвони, что ли, кому-нибудь. Не хочет. Сегодня вернусь поздно, не забудь заказать еду, увидимся утром, папа. Но это, видимо... Где он? Он написал до того, как он вернулся с работы. Опятная собака, а что это там колесо ж шаталось? Прям это как-то... жутковато. Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, опа. Ты меня пугаешь. Что случилось? Это Куперсы. С ними что-то не так. Ствол достал. Они больные. Чем больные? Твой Боже. Джейми! Папа! Детка, сюда, скорее. Ты слышишь, что я тебе говорю? Не смей! Скорей, скорей! Господи, ты выстрелил. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Заносила. Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Зараза. Можешь сказать, что случилось? Потом. Эй, Сара. Ты как, солнышко? Хорошо. Не включишь радио? Я как солнышко. Само собой. Спасибо. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были новости. И что сказали? Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали Томми. Прямо в доме. Да. Господи, что же это такое? Они не знают. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге, теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто ад. Это ферма Луиса. Надеюсь, он успел унести ноги. Уверен, что да.
А мы больны? Нет, конечно нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Интересно, где был батя? Плохо. Ого. Тут не проехать. Когда всем до одного, одно и то же голову. Можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Разворачивайся. Господи. Томми! Томми! Твою мать! Что за хрень? Что за хрень такая? Ты видел? Да, я видел. Охренеть. Это сворачивай давай. Нет. Ребята, с дороги. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Давай вот туда налево. О, нет. Не останавливайся, Томми. Не могу же я их задавить. Делай что-нибудь. Кстати, тоже люди. Туда, вот туда. Держитесь. Давай. Теперь за Джоэля. В переулок! У меня была мысль туда забежать. Вперед! О! Господи! Он мертв! Почти пришли! Господи! Почти пришли, малыш! Они сорвались! Иди вперед! Найди выход! Пошли! Быстрей! Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Что у тебя там? Живо! Сюда. Ты там занимайся пока. Почти мы пришли. Сюда пойдем. Пистолет, пистолет. Папа? Блять.
Да какого хера? Чё от меня хотели? По ленточкам бежать, что ли, надо было? Почти пришли. Да нет, сюда нельзя. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... О, черт. Не надо. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Я... Господи, Господи. Прошу тебя, не убирай, прошу тебя, не бросай меня. Дочка. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла на себя группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦК. Воспряньте вместе с нами. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Доверьтесь цикадам. Одну минуту. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду. Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на 2 каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай сюда. Эти козлы еще живы?
Ты шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочка уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Третий блокпост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить. Игры от Naughty Dog мне очень нравятся тем, что у них неплохой, прямо скажем, отличный сюжет. И можно смотреть его как киношку. Вот, но также не забывают они и про игровой процесс. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. А ты, Джоэл, тебя уже в патруль вызвали? Не. Ну да, ну да. Муда, муда. Какая-то община у них, что ли, здесь? Поёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Слышь, еще долго? Как только поёк привезут, открою. Ясно? Ты что, издеваешься? 3 недели подряд. Ну, а что делать? Что за херня творится? Спорим, что солдатня на полном пайке? Да что ты орешь? С ума сошел? Да мне уже наплевать. Пусть стреляют. Ты заткнись уже. Мы что же за пайком сходим? Смотри, не пускают. Так, а это что за солдатня здесь? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Какая дерзкая козочка. Надо ее как-нибудь отшлепать. Животом по попе. Fucking die, pig. Мрите, грязные свиньи. Руки за голову, мразь. Быстро! А можно посмотреть? Ну, сканируй. Это чип. Чип. А здесь живой. О, черт. Чего? Придержите ее. Быстро. Смотри прямо. Ладно. Держим. К черту! Хватит шмалить без разбору. Считайте, что вам повезло. Вот что значит прятаться в зараженном здании. Вызывайте санитарную команду. Здесь закончили. Нужны 2 мешка и еще 2 для ящика. Так, тут вам не цирк. Идите, куда шли. Есть, сэр. Стоим на месте. Они похоже, зараженных все больше. Что означает здесь живой? Больше людей бежит отсюда. Ты не знаешь? Его поймали с фальшивыми талонами. О боже. И что с ним сделали? А как ты думаешь? Избили до полусмерти и уволокли. С тех пор его не видно. Вот идиот. Надо было думать.
него семья. Куда он от них денется? Да, и что, рад он этому? Теперь у нас новые документы. Так что проблем быть не должно. Держись спокойно. Ты слышала, что пацану сделали за фальшивый талон? А ты говоришь, у нас фальшивые документы. Ну хватит приставать ко мне. Документы. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Уходите, марш! Закрывая! Гребаный. Внимание! Пятый контрольно-пропускной пункт похоже, закрыт. Всем гражданам немедленно покинуть его окрестности. Твою мать! Вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Перевязывайте свои раны с помощью аптечки. Перевязка требует времени, поэтому используйте аптечку в безопасном месте. Берите аптечку с помощью... Ага, для лечения удерживайте... Ага. Нажмите, чтобы продолжить. Окей. Теперь все пропускные пункты закроют. Нужно обойти снаружи. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Эй, Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Блокировочные такие устройства, да? В гости к Роберту. Почти как в Half-Life. А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше, цикад. А вообще, толку от этих блокировочных устройств? Разбей дверь вот здесь, слева да справа. Это мы? Привет, как дела? Паршиво, слышал, небось. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Джоэл, помоги. А ну-ка, спокойно. А ты кому сказал? О боже, ну и вонь. Выбрасывают все подряд, дышать нечем. Да будет свет. Но все равно, знаешь, как-то фонарик бы не помешал. Можно забраться. Наши рюкзаки никуда не делись. Патронов мало. Ну так не промахивайся. Так. Ну побой. Вы бы мне подсказали, как фонарик включить. Сейчас, наверное, зайдем в какую-нибудь темную темень.
Готов? Да, мэм. Руку. Хотя тут уже, походу, выход в какое-то здание. Осторожно. Ну, ясное дело. Вопрос с подвохом? Я сам нашел, как включать фонарик правым стиком. Причем звук идет у меня с джойстика. Прикольно, слушайте. Круть! Побазланим, что ли? Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ты же знаешь, какой я романтик. Да уж, знаю. А тут типа надо лазить по всяким зданиям, что-нибудь искать, какие-нибудь блестяшки. Типа... Где лестница? Должна быть где-то здесь. А чё, мы только что... На такую же высоту я тебя подсаживал. Нахрена тебе лестница? Вот, валяется. Есть. Эй, посмотри вон там. Так, тут на обучение. Да ну я нахер это обучение. Дамы вперед. То же самое я хотел сказать. Дамы. Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Ничего здесь интересного нету. Слушай, а Джоэла озвучивает тот же чувак, что и Геральда из Ривии, да, озвучивал, по-моему. Я забыл, как его зовут. Но голос прям один в один. Сюда мы пришли, вот здесь еще какой-то есть проход. Ну, такой не особо проход, конечно. Сюда. Теперь мы знаем, что можно открывать ящики. А, вот медальон цикады. Дэвид Майкл Вигел. Читать. Такие медальоны носят бойцы цикад. Угу. Вот, собственно, ответ на вопрос. Ой, я думал, это труп лежит, это наволочка. Ответ на вопрос про коллектабл. Про коллектабл. Теперь вниз. Хорошо, что, кстати, нет индикатора батареек у фонаря. Думаешь, пушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Гвиль придет в следующем месяце. Обещает таблетки и патроны. Да, он с пустыми руками не приходит. Будет чем заняться. Стой, скорая.
Угу. Автоматически одевают противогазы. Откуда они? В прошлый раз все было чисто. Ну, взялись откуда-то. Будь начеку. А вот и виновник. Труп свежий. Тут может быть опасно. Еще. Здесь должны пролезть. Ой, чумой! Ты цел? Да. Тут потолок проседает. Осторожно. Сюда. Тише. А, черт. Смотри, смотри. Помогите. Маска сломалась. Не хочу превращаться. Не бросайте меня. Ты что задумал? Ну да, я тоже об этом подумал. Извини, чувак. Такие уж у нас времена. Пошли. Вообще как-то необдуманно, да, мы стрельнули. Может быть, здесь кто-то еще был, он вполне мог услышать выстрел. Слушай, а пошли, а куда пошли-то? Никакого направления нету. Так, ну да, куда-то в том направлении. Только куда-то вот сюда. Впереди, слышишь? Ш-ш-ш. Чтобы Джоэл прислушался, нажмите, удерживайте R1. Что будешь делать? Буду мочить. Слушай, ну к одному-то подкрасться легко, а с всеми двумя что делать? Тупо их не отвлекать? Видимо, их стоит обойти. Пиздец, они дикие. Кошмар. Валим отсюда. Сука, сволочь, а? Ну, это все. Надеюсь. Возвращаемся в город. Кислород.
Вот за что я люблю природу. Потому что город воняет. Ну так закажи Биллу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Природа взяла свое, да смотри. Все в зелени. Сюда. Да, ничего нету. Ладно. Будь другом, а? Сейчас. Так вот же доска лежала. Типа вот доска, что ее нельзя взять? Нельзя. А, наверное, надо помочь перепрыгнуть или... Нет, здесь надо, нужна длинная доска. Да я понял, понял, что ты. Эй, передай мне туда доску. Я ж так осматриваюсь просто. Ну-ка, передай мне. Ну-ка, не командуй здесь, давай. Она тяжелая. Справлюсь как-нибудь. Ладно. Слушай, мне ж как-то надо будет вылезти отсюда. Ну вот. Все, залезай и пошли. Раскомандовалась. Я тоже вообще в шоке. Уже близко. В смысле близко? Как залезать-то? А, вот оно, смотри. Проверим, нет ли рядом солдат. Чисто. Пошли. Закрой. Не особо мне нравится, что она нами командует. Предлагаю ее грохнуть. Бери патроны. Пригодятся. А я о том же. Так.
Ну, малыш. Воу. Я думал, военный. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну что, пошли. Не сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял? Вот, не сейчас. Понял. Потерплю. Только не надо злиться. Скорей, жрать охота. Потерпите. Сейчас это... будет новая партия. Даже не думай влезть без очереди. Да я хочу посмотреть, что тут. Сто лет жду эту крысу. Крыс реально. А, вон же они на веревочке висят. Ну, в смысле, на хвостиках. Вкусно. Если нет талонов, даже не трать мое время. На патроны меняться не буду. А вот это только шматье, да? Извини, собаки наперечет. За час всех раскупили. Приходи через неделю. 15 каких-то билетов. Типа собаки крыс ловят, да? Роналд, купи. Так я не трогал Тесс, ничего. Давно не виделись. Ты к нам не заходишь. А это кто? Не твое дело. Ты с кем разговариваешь-то, ёпта? Не твое дело, проваливай. Ну ладно. Блокируй удары! Заткни ему хлебало! Другой разговор! Давай! Надери ему задницу! Лупи! Я на тебя ставил! Попробуй продумать! Давай! Возьми его! Ну, мочи его! Чего разлетно? Прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Кто это? Старый знакомый, не спрашивай. Мы, видимо, к этому самому Роберту, да, идем, или кто он там? Чего тебе? Кто это так злобно точит? Мачете. Че это? Повестка для... Ага. Повестка системы гражданской службы от генерала карантинной зоны Бостон. Кому пофиг? Уважаемый гражданин, будучи трудоспособным жителем карантинной зоны, вы обязаны принимать участие в общественных работах, связанных с ее функционированием. 15 декабря в 6:30 вам следует явиться в Центральное бюро на Чарльз-Бридж для отбытия на пост A. А, на пост и все, да, получается? А, нет, на пост управления вооруженных сил. Возьмите с собой эту повестку. Наказанием за неявку в означенный срок без уважительных причин служит сокращение пищевого довольствия. Повторное нарушение может привести к лишению права на проживание в зоне. Важное замечание, прочтите внимательно. Если вы уже участвовали в общественных работах в течение последних 6 месяцев, представьте соответствующие документы для получения отсрочки, если ваше физическое или психическое состояние по вашему мнению, не позволяет вам участвовать в общественных работах, предоставьте справку от врача с коронным диагнозом. А че там? Карту какую-то, ну-ка. Карта карантинной зоны Бостон. Смотри, можно это самое. По карте двигаться. А это что такое? Стадии заражения. Стадия первая. Бегун. Не позволяйте им себя окружить.
Кардицепс контролирует двигательные функции носителя. На первой стадии заражен отличается повышенной быстротой и ловкостью. А, как правило, держатся группами и не позволяют им себя окружить. Стадия 2. Сталкер. Прячутся и нападают из осады. Контролируйте обстановку. Стадия 3. Щелкун. Ничего не видит. Зараженные на третьей стадии полностью слепы, но обладают чутким слухом и ищут жертв с помощью эхолокации. Не приближайтесь к ним, они быстро бьют яростно и наверняка. Стадия 4. Неизвестно. Ну, пока что это все. Так, ну пора. Пойдем. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Слушай, цикады. Look for the light. Типа, ищите свет или идите к свету. Так, ну что, Роберт Робертом, но серия, давайте на этом серию закончим. Продолжим в следующей с этим самым Робертом, познакомимся в следующей. Надеюсь, вам начало прохождения нравится. Если так, то обязательно поставьте большой палец вверх, комментируйте и жмакайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем счастливо, всем пока.